Всем привет! Сегодня у нас в ресторане Найзакара шурпа по-узбекски. Шеф-повар вот обжаривает мясо до хрустящей корочки. Смотрите дальше, будет очень вкусно. Ой, запах какой пошел, не передать. Так, движуха идет, мясо вот в таком же состоянии. Добавили морковочку с лучком. Сейчас еще овощи, помидоры, лук, картошка. Будет очень вкусно. Вот, уважаемые зрители, уже добавили мы помидорчики, картошечку. Сейчас лучок пойдет в дело. Ой, как вкусно пахнет. Ну вот она, финишная прямая. Сколько? Часик, да? Да. Протомится, проварится. И будет вкусно. Ресторан Найзакара «Черная молния» на связи.